Мытая с мраморной статуей. Так начинается ярмарка учебных мест в Химках. Сотни школьников пришли в музейный комплекс «Артишок», чтобы выбрать профессию мечты. Посмотрим, что предлагают будущим студентам. Экономика, криминалистика, ювелирное дело, программирование, железнодорожная отрасль. 33 учебные организации Москвы и области представляют свои образовательные программы здесь, в Химках. Одна из первых рвется в бой — Российская международная академия туризма. У нас огромное количество стажировок. Турция, Греция, Испания. Это далеко не все страны, в которые мы имеем возможность поехать. У нас из 20-й группы есть две девочки, которые одна из них уже отправилась в Хорватию на полгода, другая отправилась в Испанию на полгода. Сегодня на ярмарку пришли ученики старших классов. Кто-то уже сделал свой профессиональный выбор, другие в поиске. Чтобы побольше узнать о других институтах, может быть, направление другое выберу. Еще не нашел колледж или университет с нужной мне специальностью. Я заканчиваю 9 класс, но я абсолютно не представляю, куда я дальше пойду пока что. Наиболее вероятно в 11 класс, чтобы дать время себе подумать, но может быть, что интересное я сейчас найду. Ярмарка «Моя профессия, мое будущее» проходит в Химках почти 10 лет. Каждый год организаторы делают что-то новое. На этот раз вузы и колледжи подготовили мастер-классы для школьников. Например, Институт гражданской авиации привез квадрокоптеры и модели авиа. Можно будет запустить, посмотреть, как им управлять. 3D-моделирование, 3D-сканер привезли. Цельнобанк проведет деловую игру для 10 класса. По социально-экономическому направлению учится класс. Я думаю, им тоже будет очень полезно поучаствовать в этом. Для школьников провели тесты на профориентацию, определили их сильные стороны. Всего же ярмарку учебных мест посетили около 1000 химкинских школьников. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.